Всем приветики! С вами Ольга, и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любви. Подорожали продукты в Италии, дорогие мои. Посмотрите, сахар 1 евро 3 копейки. Всего полтора месяца назад он стоил 65 копеек, дорогие мои. В общем, тем более, что, видите, нужно в руки брать не более, сколько там, 3 штук. Масло оливковое тоже подорожало. Не только оливковое, но и, конечно, для масла, как они говорят, для жарки. Это растительное масло подсолнечное, кукурузное и так далее. Спасают скидочки, потому что здесь они все равно есть. Но для того, чтобы эти скидочки были, здесь вот в этом супермаркете Эсселунга, я тут немножечко не очень хорошо снимаю, потому что особо не разрешают снимать. Поэтому прошу прощения за такую съемку. Здесь в Эсселунге нужна карточка. Если вдруг у вас нет карточки и вы хотите купить продукты со скидкой, попросите кого-то из очереди, потому что этому товарищу будут какие-то такие очки на эту карточку идти. Вот это олио ди семи, так сказать, растительное масло. Самая дешевая цена, это, посмотрите, 3,30. И 6 штук можно только брать. Но сегодня я нашла одно масло, тоже растительное, 2,69, потому что 40% это была скидочка. Джиросоли, подсолнечное масло. Тоже взяла бутылочку, потому что иногда мы жарим картошечку фри, делаем. Все вот такие вот, ну, бытовые, как волосы красить, тоже все подросло в цене. То есть краска для волос, дорогие мои, очень сильно подросла. То есть даже со скидкой, вот сейчас вот такая дешевая краска, которая стоила 3,50, сейчас она стоит 6 евро. Конечно, и мясо, и сыры, и прошутто, все это подорожало почти в 2 раза. Есть пюре мортаделла, которая подорожала в 1,5 раза. Есть некоторые фарш, и, например, куриный фарш тоже подорожал почти в 2 раза. Есть некоторые продукты, которые подорожали в 1,5 раза. Сыры тоже подскочили в цене, всякие разные. Но, как я уже говорила, мы пользуемся скидочкой, которые смотрим продукты со скидкой. Они не срок годности у них истек, но уже вот такое. В общем, пользуемся скидочкой, но когда что-то очень хочется, то все равно покупаем. Конечно, очень это все намного дороже, чем раньше было. Хлеб подорожал в 2 раза практически весь. Пирожные, пиццы тоже подорожали. Если круассан мы сначала брали, он стоил 1 евро, сейчас он стоит 1,90 евро, дорогие мои, почти в 2 раза. Это, конечно, чувствуется. И не только в супермаркете все это подорожало. Все подорожало и в барах, и в ресторанах тоже, конечно, вскочили цены. Поэтому нужно смотреть внимательно, где-то что-то со скидочкой можно купить. Мороженое, конечно, тоже подорожало. И, ну, не все мороженое есть тоже и со скидками, но все равно ощутимо. Практически в 1,5 раза возросли цены на мороженое. Это тоже есть. Но все равно мы покупаем, потому что лето, и, конечно, хочется мороженого. Тоже хочется и хочется. Ну, а основное, это, конечно, акцент на вино. Вино, просекко, мартини. Как вы видите, тут немножечко подросли цены, тут совсем немного. Не на все вино. На красные вина подросли цены. На такие просекко и так далее немного подросли. Но есть тоже со скидочкой, тоже можно купить. Но обратите внимание, что, например, мартини можно взять только 6 бутылок за 1 раз. Но если пробьете 2 чека, то можно и 12 бутылок взять. Это такое дело. Все хитрят. Здесь тоже, вот мы сегодня пошли это в пятницу, поэтому можно купить вино со скидочкой. И если пойдете в субботу, воскресенье, скидочных вот этих вин вы уже не найдете, они все раскупаются, потому что сейчас очень много туристов, конечно, не только едят, но и пьют. Пьют итальянские вина, замечательно вкусные. Вот Морилина Дисконсано, 4,40. Это, конечно, замечательная цена. Обожаю это вино. 40% скидка тоже. Ну и, конечно,
супералкогольные напитки – это такие, как уже и водка, и ликеры, и бренди. То есть это те, которые уже супералкогольные. Ну вот я еще показываю. Мартини тоже приемлемая цена довольно-таки. То есть кто любит, пожалуйста, это все можно купить. Ну и здесь вот спирт подорожал обалдеть как. То есть он сначала стоил, я делала лимончелло сама, поэтому знаю. Покупала всегда 9,90 стоил. Сейчас уже 15,50. То есть в полтора раза, дорогие мои, литр. Ну, зато из литра получалось у меня 3 литра лимончелло. Сейчас не делаю, потому что сколько ни сделай, все это выпивается. Как выпивается? Мы в мороженое добавляли, и получалось очень вкусное мороженое. Вроде как никто не пьет, а 3 литра почему-то закончились. В общем, такое вот. Детерсивы, чистящие средства, тоже очень подорожали. Очень подорожали, дорогие мои. И жидкие, и сухие. Конечно, очень хочется покупать все это дело со скидочкой, потому что цены запредельные. Я люблю вот этот Dash. Он сначала стоил 5 евро 50 копеек, сейчас 8 евро 50 копеек. То есть это больше, чем в полтора раза. И такие вот для посудомойки, в общем, для всего детерсивы подорожали, дорогие мои. Мой любимый Умино Бьянко, который я добавляла, чтобы белое было белье отбеливающее. Сначала я платила 3,50, сейчас он стоит почти 6 евро, 5,99. Конечно, ощутимо, почти в 2 раза. Шампуни тоже, всякие вот эти вот шампуни, дезодоранты. Дезодоранты очень сильно подскочили. Сегодня я нашла один, хотя тут тоже со скидочкой смотрим, потому что и так они уже подорожали. Даже со скидкой и то кажется дорого. Сегодня я нашла Dove, я его люблю. 40% скидка, но он почти 3 евро все равно стоит. Сегодня нашла мед каштановый со скидочкой. 4,74. А вообще он стоил почти 6 евро. В общем, дорогие мои, нужно есть, нужно пить, нужно наслаждаться жизнью, но нужно это делать похитрее. Смотреть, где есть скидочки, и брать со скидочкой. И напоминаю, что если у кого нет карты, спросите, карты супермаркета, спросите на кассе у любого из тех, кто стоит на кассе, обязательно с вами поделятся этой картой. У вас будет намного меньше оплата в сумме. Ну и, конечно, конечно, все равно это все вкусно, все интересно. И Италия славится все равно сладостями и вином, и продуктами питания, которые очень и очень и очень вкусные. И прошу. Прошутто, и сыры, и пармезан. В общем, все это очень вкусно. Поэтому желаю вам здоровья, счастья, радости и любви.